Привет, народ! В прошлой серии начали с вами новую серию Master of Orion. Будем также продолжать сейчас. Я тут заметил, что слишком медленно я тут развиваюсь. Это все очень долго проходит, изучается. И это мне не нравится, что слишком я торможу. Еще плохо то, что у нас тут нету хороших, интересных планет, которые можно было бы позахватывать. Мы тут встретили уже одного, ну, не союзника, а основного лидера и соперника будущего, это Мьянмар. Ну, так вот, торговый договор мы с ними, конечно, заключили, но срочно нам необходимо больше и больше планет захватывать. Это вот у нас что? Флот летит, да? Это хорошо. Ну, давайте следующий ход делать, потому что строится колонизационный на Земле один у нас кораблик. Даже в науку ничего не тратим. Лишь бы только построить корабли, которые нам нужны. Захватим вот этот засушливый мир. Здесь, я смотрю, пусто. Вообще ничего нету. Корабль вот вернулся. Отправим его на разведку. Дальше. Пусть изучает. Чьи это? Эй, ты вообще не прав. Ты не прав вообще со своим колонизационным кораблем. Блин, урод. Где мой флот? Один здесь стоит. Как-то надо это дело ему перекрыть. Это же атас будет, если он тут вылезет. Бесплодная. Антарианские руины. Да. Это надо вот этот захватывать. Так, давай ты сюда. Сволочь, захватил все-таки, а? Вот же чмошник. Черт. Какое у нас хреновое все-таки расположение здесь. Чувствую, надо с ними будет подраться. Потому что, ну, это вообще не вариант иначе. У них пока три колонии, они тут рядом с нами. Ну, нет, надо будет срочно строить сейчас корабли военные. Так. Наши ученые совершили открытие. Так, что нам больше всего сейчас необходимо? Глубинный сканер. Ну, как бы пригодился бы. Но...
щиты, ракеты, ракеты, минимизация ракет, крейсер. Военка нужна. Поедем вот по этой теме. Десантные корабли как бы нужны, но, блин, у нас же есть бомбы. Так что можно без десанта обойтись. Давайте, наверное, тогда экранчики себе замутим. Вот так. Центр подготовки шпионов. Строим фрегаты. 11 ходов аж целых, с ума сойти. 10. Этих 6, лучше так. Ох, ухошеньки. Давайте так купим. И отправим сюда. Еще бы фабрику. Нам очень нужна фабрика. Так, тогда мы не фрегаты будем, а для начала купим космическую фабрику. Ничего не меняется. Так вот. Пока нас тут не разбомбили. Маршаны, они довольно-таки сильные. Вот, уже фрегат, корабль-разведчик. Нейтронный бластер. Неплохо, неплохо. Давайте так. Тут нормально все, пусть это покупается. Следующий ход. В эфире GNN. Древние развалины. Стая Алкари в очередной раз обнаруживает исторические руины. Вот гады эти руины изучают, понимаешь? Это не очень хорошо. Блин, я забыл, у меня же тут фрегат разбили, а эти гады подтащились. Надо, блин, точно развалить его. Черт. Как все не вовремя. Блокируют гады, блокируют. Так, ну что, теперь можно, да? Шпионов бы, но давайте с фрегатов начнем. Сразу 5 штук построим. Чё себе 15. Ну ладно, пусть пока растет население. А чё купить-то нельзя? Чё за бред? Понятно, блокада. Так, нам надо как-то закрыться от будущих атак, я думаю. По идее, вот здесь надо две поставить крепости. Ну и вот здесь крепость одну точно. Пиратов. Давайте сперва вот сюда.
Заблокировано. Ну ладно. Давайте захватывать. Засушливая, красивая планета. Конечно, не Эдем. Эдем мы потом как-нибудь сделаем, если выживем. Сейчас надо прокачать военную мощь и постараться отбить противнику все, что можно. В эфире GNN, Галактическая служба новостей. В галактике нарастает паника. Слухи о появлении Антаран подтверждаются выжившими в результате. Ну, еще и Антаран нам не хватало. Лишь бы к нам не прилетели. Пусть других мучают, но не к нам. Только не к нам. Так, давайте эту тему построим. Блокада. 12. Так. Население растет потихонечку, пусть растет. Жалко, нету Эдема у нас поблизости. Так бы с него плодили бы население. Вон, видали? Тащится, гад. Так, защита Антаран против Антаран. Нет, Антарани мне не нужны. Ты что хочешь тут захватить, скажи мне? Вот эту, что ли, пустынную? Было бы очень прискорбно. Здравствуйте, в эфире GNN. После недавнего вторжения... Отлично, разбили чей-то там флот. Блин, жалко, нельзя мне. Я не изучил еще нужный радар. Давайте попробуем еще поторговать пока. Ну, Слушаю. Есть время. Приятно. Денежки нам нужны. GNN. Галактическая служба новостей. Силикоиды уже 5 планет. Офигеть. Пирамида силикоидов. Прайд Мршанов в центре. А теперь последняя сводка о положении дел в галактике. Рейтинг мощи космического флота. Маршаны. Мы еще далеко до Маршанов, да? Нам очень необходима дипломатическая победа, понятно. А вот военная. Люди и Маршаны. Смотрите, расстояние какое. Надо строить военные корабли. Отлично. Этих мы разбили. Давайте сюда теперь встанем. И спокойненько эту тему прокачаем. Немного вашего внимания, президент. Давайте экран улучшим. Так, фрегаты прокачали. Наши ученые в нетерпении. А, что дальше, что дальше? Смотрим. Надо все-таки этот глубинный сканер прокачать. Не хватает деньжат. Но зато сюда хватит.
продолжаем покупать. Надо 400 накопить, чтобы на Серпенте 1 построить цех. Следующий ход. Он уже где поставил, гад. Так, отбили. Теперь идем уничтожать пиратскую базу. Еще фрегатов построим. А то мало. Не хватает. Еще 400 монеток надо. Так, ты тут стой. Сюда иди. Так, у нас же 15 уже. Так, блин. Плохо. Тут нету. Семьсот пятьдесят монет надо накопить. Но все равно Серпенте сейчас. Гады, не дали. Достроить. Нет, все-таки построим крепость, потому что надо поднимать показатели. Ваш отряд спускается для изучения... Отлично, население получили, это очень хорошо. Давайте пока сюда отправим. Нам бы как-то этих где-нибудь вот здесь зажать, чтобы они больше не дергались и не развивались. Тут-то мы их зажали. Что нам остается? Вот здесь крепость еще построить. Вот здесь крепость построить. Ну и тут, наверное, придется. Но, блин, у них такой путь сюда сразу открывается. Поэтому вот эти надо земли захватить и здесь еще построить. А тут он пусть с червем пытается сам убить. Зажмем и можно спокойненько. Хотя, все-таки дождемся, когда у нас будет больше кораблей. Тупо начнем полномасштабную войну. Так, глубинный сканер выбираем. Что мы имеем здесь? Да, деньги надо прокачать. Наши ученые совершили открытие. Деньги нам нужны. Как пить дать нужны. Так, все, 800 имеем. Где у нас? Вот она, крепостица. Все, пусть строится. Так, вы пока на оборонке. Надо срочно, прям быстро-быстро захватывать колонии, пока маршаны нас не опередили. Ну и в то же время сейчас надо кораблей побольше зафигачить. Так, а чё так плохо? Давайте тогда попробуем денег поиметь хотя бы так. Расстроить пока нечего. В эфире новости. Рейтинг колонии людей по запасам полезных ископаемых был повышен галактической организацией пост... Вот это спасибо. Сол-1, это же моя земля. Тут все, так сказать, и происходит. Богатые. Ресурсы дают, соответственно, больше производства. Больше будем строить. Это хорошо. Так, здесь уже до максимума, в принципе. Хотя пусть набирается. Вот это вот продовольствие растет. В следующий раз, когда будем строить колониальный корабль, будет меньше. Потом потребуется ресурсов на...
на рост населения. Так, и 400 монет надо накопить. Построили базу. Давайте сюда построим. Мания величия. Открыто достижение. Ну, это хорошо. Так, и что у нас тут остается? Давайте 5 эсминцев. Теперь. Нифига себе, 21 ход. С ума сойти. А если я вас в науку отправлю, пацаны? О, пусть лучше в науке тогда сидят. Развивают. Так, тоже охраняем. Сколько? 50 и 140. Давайте сравним. Военная победа. Помощнее маленечко мы стали. Сейчас еще этих накопим, и вообще красота будет. Нам главное наши ученые совершили на их столицу напасть. Вот там у них вся технология и валяется. Скорость передвижения 1.5. По идее, давайте вот эту вот тему. Прекрасно. Прокачаем. Прошу вас отнестись к этому серьезно, ведь мы друзья как-никак. Ну давай. Пока, друзья. Мой уровень наземных войск, отношения раз. Нет, не хочу такого. В эфире GNN. Да, продолжайте изучать руины. Гады такие. Строим крепость. Защитим себя с этой стороны от маршанов. Так сказать, от левых всяких их движений. Видишь ты, как развиваются, аж с ума сойти можно. Скоростные какие парни. Девчата. Так, ну что, летим. Смотрим, где у нас бандиты. Блин, забыл построить на этой серпенте. Так, все, покупаем. Ты сюда вали. Кончайте. Возбухать. Так, вот. Вот, отлично. Ну, в принципе, можно потратить. Наши ученые. Так, улучшаем кораблики, это хорошо. Наши ученые в нетерпении. Каковы приоритеты? Протонные торпеды. Термоядерный луч и термоядерная бомба.
Ну давайте минимизировать бомбы. Пригодится. Здравствуйте, в эфире GNN. Галактическая служба новостей. А теперь последняя сводка о положении дел в галактике. Количество имеющихся колоний. Ну, в принципе, чуть-чуть отстаем. Совсем маленько. Тут можно, в принципе, пока поставить вот так. Копим денежку. Вот они, пираты, опять же, на том же месте. Почти по 100 монет. Это хорошо. Потому что нам срочно надо будет... Ух ты, выжили. Срочно эти штуки прокачать, иначе у нас тут лимит в кораблях. После уничтожения базы пиратов... Чуть кредитов заработали. Давайте обратно вернем. Какие классные планеты. Но тут червяк этот, я его пока победить. Здравствуйте, не смогу. В эфире GNN. Изучение руин, понятно. Это все наши соседи умудряются делать. Так, по 100 монет, почти под 100. Эх, опять колониальный корабль куда-то отправился у них, я смотрю. Не очень хорошо. Здесь мы построили. Давайте-ка вот здесь теперь построим защитное сооружение. Пока здесь у нас есть защитник. Нет, ставить. Давай сюда. Фрегат надо восстановить. Нашуть. Так. Надо бы в экономику полезть уже. Экономика наша все. Уже 21 корабль. Где пираты? Ну это отлично, пусть пираты туда и тащатся. Так, а у нас тут что? Устанавливаешься помаленьку или нет? Купаем базу. Где у нас еще? Вот здесь, над Сини. Еще одна база. Это хорошо. Прошу вас отнестись к этому серьезно. Да нет уж, какой договор о ненападении. Мы с тобой повоюем. Срочно надо. Иначе у нас командование перелимит. Это нехорошо. Вот так.
Еще вот здесь поставим, и красота. Здравствуйте, в эфире GNN. Антарес, плевать на него пока. Наши ученые совершили... Куда же я хотел пойти? Экономику надо. Развивать. Эй, какой минус? Откуда? Это в корабли грёбаные, чёрт, я и забыл. Не распускать же их. Чёрт. Я так не накоплю никогда. 14 ходов. Придётся распускать. Грёбаная говняшка. Так, где это у нас кораблики? Вот они. Фрегат. Придется распускать эсминцы. Хотя, давайте мы, наверное, фрегаты и распустим. Нет, эсминцы. Они по три идут. Или нет, по одному. Три эсминца. Удаляем. Вот. 25, все. Теперь опять в плюс. Пока это построим. Здесь у нас что? Ничего не вижу хорошего. 720 монет надо накопить. Так, ну сперва... Построим все денежные темы. 129. Отлично. Ну что ж, друзья, в следующей серии постараемся напасть. Блин, понты. Делаем так, в общем. Эсминец. Построить. 488. Надеюсь, у меня хватит. Давайте пока быстренько сюда... пацанов отправим. Вот, и со следующей, хотя, блин, забуду же. Так, пока это строим, чтобы не забыть, следующий ход мотанем, потому что летит же гад, летит, будь он неладен. Не хватает еще один ход, а то у нас тут фабрика просто не успеет построиться. Все, покупаем. Отлично. Следующий ход. Все, супер, успел. Так, в оборонку. Здесь мы продолжаем вот эту вот тему строить. Вот так. Ну все, друзья, на этом точно заканчиваем эту серию. Увидимся в следующей. Всем спасибо. Блин, опять минус 25. Черт. Пока он долетит, тут придется распускать опять. Ну ладно, решим это в следующей серии. Всем спасибо, всем пока.